Это самая известная церковь Гамбурга, церковь Святого Михаила, главный протестантский храм города. Первая церковь на этом месте была построена в 1669 году, но в 1750 году в нее ударила молния, и она сгорела. В 1786 году был построен новый храм, но и он был уничтожен пожаром в 1906 году. В 1912 году по старым чертежам был построен третий храм, и вот он стоит до сих пор. Этот храм выстоял даже при бомбардировках Гамбурга в дни Второй мировой войны. В том же 1912 году был установлен и вот этот памятник Мартину Лютеру. Над входом в храм установлена огромная статуя Архангела Михаила, побеждающего дьявола. В крипте, то есть в нижнем храме, находится экспозиция, рассказывающая об истории церкви, а еще здесь есть захоронение. Здесь, например, похоронен Карл Филипп Эммануэль Бах, один из сыновей Иоганна Себастьяна Баха. Он долгое время работал капельмейстером в этой церкви. Высота колокольни – 132 метра. Часы на ней – самые большие колокольные часы в Германии. Есть на башне храма и смотровая площадка, откуда можно посмотреть на Гамбург сверху. До смотровой площадки можно добраться по лестнице, преодолев 453 ступеньки. А можно и на лифте. Я выбрал второй вариант. На лифте, конечно, быстрее. Со смотровой площадки действительно открывается прекрасный вид на город.